Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, с вами Аракис, всем привет-привет. И сейчас мы начнем воевать, продолжаем мы войну гильдий. Так как сместилась у нас неделька, поэтому нужно экстренно побить кого-то. Так что у нас там осталось 12%. Кто ходил, кто нет. Первая наша братья ходила, вторая часть еще не ходила. Короче, две трети почти походила. Ну, я думаю, 12%. Оу, интересно. Мананан. Твою же за ногу. Кто ж переводил? Замедляет откат навыков, бла-бла. А, это типа пассивка? Интересно. Так. Вот здесь вот через пальку стрёмно ходить, так как всё-таки есть Джуна, у которой даже если 160 скорости, плюс лидерка, понимаете, она быстрее походит, чем моя Валька. Пока не знаю, оставим, наверное, её под конец. Тут у нас флейм. Оу, здесь просто рама аж пищит. Берем раму. Так, сыграем так. А здесь нет. Уберем. Сыграем через Ашера. Он нам споет песенку. Так, да, для подстраховки у нас будет Хлоя. Так, ну. Поехали. Хотя первая пати можно мусолить очень долго. Арх есть. Еще и шаман с подхилом. Так. Угу. Кого мы будем первым убивать? Давайте химерку. Лагмарос или как его там? Или Лагмарус. Короче, что-то такое. О, класс, не залетел раскол. Так, 2000. Слабенький Лагма. Тот же он посильнее будет. Ритеш или как его там? Так, ну же. Блин, надо было третьим скиллом добивать. В принципе, стопудово бы добили. И сейчас его, скорее всего, отхилят. Нет, не отхилят, а его, скорее всего, аутарх, скорее всего, отхилит. Посмотрим сейчас. Нам бы арха добить. И нет, мой. Как поступим? Будем добивать лагму. Блин, я-то думал, шаман сейчас подхилит арха. Попытаемся его же и добить. Уже? Отлично. Хороший расклад. И крит. Критушка. Отлично. В принципе, я так и рассчитывал. Не думал, что здесь будут проблемы. Разве что закинул бы раскол. Ритешек. И начнется какая-то канителька по моим огненным монстрам. Ну, вроде бы все нормально. Тем более, вот вампир мой постоянно подхиливается. Так, и следующий залп, я думаю, вынесет уже. Раскол, отлично. Крит. 13 косариков. Чудненько. Да, поменяю я ему руну, я думаю, будет жахать он посильнее. Так, а здесь нужен ли нам баф? Баф нам ничего не даст. Да, так как походят мои, в принципе, в теории, насколько я вижу, быстрее. Баф пока оставим. Ну же, снимаем. Ой, вот это плохо. Так, молимся, лишь бы снять щит. Фух, отлично, еще и тычечку дали. Вот, сейчас бы была бы боль. Хотя скользящий, ну вот белку бы, скорее всего, бы убил. Нужен ли нам сейчас баф? Нет, опять, видите, скорость иногда не подходит. Поэтому, а вот сейчас баф тоже нам не нужен. Ну ничего он нам не даст. Ну, я думаю, добьет. Не добьет, но и не подхилится. Ох, потеряли мы Эшира. И вот это уже больно и печально. На самом деле. Так, лучше бафнуться. Не повезло нам. Вроде бы Эшир жирный, но видите, пару тычек от ДД и Эшир заканчивается. Уже. Так, подхил. Либо снимаем. Добиваем, точнее, до щита. Не добиваем. Блин. Так. Пытаемся еще. Критулька. Ну же, крит. И крит. Ай-яй-яй, вот это плохо. Так, надеюсь, сейчас снимем щит. Так понимаю, контратаки, скорее всего, нету.
у него. Но здесь такой печальненький расклад, так как можно сейчас налегке проиграть. Тут только не... Только не раскол, хотел сказать. Так, еще. И щит. Отлично. Вы видите, мне немножко, так скажем, все-таки проще, так как я могу контролировать, когда бафать, когда нет. Так, отлично. Ну и сейчас, я думаю, после подхила. Так, нужен ли нам подхил? Нет, думаю, не нужен. Он вообще с Виолентом, я так и не помню, прокол у него или нет. Возможно, он в Свифте или в Рейдже. Не заметил, не запомнил. Так, ну думаю, я добью все-таки эту Хлою через все эти мучения. Плохо, что потеряли Эшира, конечно же. Ну это будет, наверное, моторно. Ну, по крайней мере, есть раскол. Если просто сейчас Хлоя на Хлою осталась, понятное дело, что я бы просто поставил на авто и ждал бы ничьи. А так, в принципе, с расколом шанс есть выиграть. Так, подхил. Да, почему бы нет? Скорости добавим, тычечку дадим. Отлично, критушка. Крит Хлоя рулит. 100% крита. Шучу, конечно же. Тут начнутся комментарии, зачем Хлоя сделает 100% крита. Так, моя Хлоя чуть-чуть быстрее. Так, ну же, проки Виолента от собачки. Чудесно. Еще и раскол не проходит. Это под сотню точности. Точно поменяю эту руну, а вставлю лучше хп, по крайней мере, будет дольше жить. Отлично. Еще. Блин, вот это плохо. Не знаю, зачем я кинул щит, но... О, ну вот, не отхилится зато. Хоть на пяточку, но отхил все-таки есть. Блин, оу-фу-фу. Это печалька. Это ужас. Слава богу, я это ускорю. Ну же, да блин. Парочка критов смачных, еще Виолент. Крит. И добиваем. Наконец-то. Затянулся бой. Не потеряли бы Эшира, да. Мог бы побыстрее бы прошел вот так. Сейчас эти, этого, я так понимаю, мы оставим под конец. Тут что у нас? О, сюда тоже, в принципе, рама напрашивается. А вот сюда нет Эшира. И здесь могут навалять очень быстро. Хотя сейчас хотя бы посмотрим, что у нас есть в альтернативу. Барретта нам здесь вряд ли что выдаст, да поможет. Вот был бы у меня этот хлопец одет. Бить неким просто. Хотя, стойте, стойте. Я ж совсем забыл-то про Вальку Петровну. Действительно. Вообще забыл. Где наш пират? Где ты там заныкался? Так, я думаю, пират мой по-любому быстрее походит, чем его Меган. С моей-то литеркой. Так, ну... И при таком раскладе, я думаю, будет все неплохо. Поехали. Надеюсь, только Зайрос нам не помешает своим третьим скиллом. Не откатит скиллы всем. Так, так, так. Оп. Ну и Зайрос походит первым. Класс. 4 дота. Ёперный конь. А на раму ни одного. Чудесно. Сейчас он еще и третьим скиллом, скорее всего, жахнет. И это будет боль. Нет. До свидания. Подальше. Блин, очень много хп сейчас потеряю. И, скорее всего, еще и могут переключиться и пить моих огненных. Надеюсь, этого не будет. Ай-яй-яй, вот. Да, сейчас, скорее всего, так и получится.
Да, вы видите, потеряю я Тесса. Еще и, наверное, вампира. Хотя не должен, по идее. Будем параллельно обоих сливать. Блин, что-то у меня не везение. То ли гильдия сильная, то ли мне реально не прет. Что это за чат какой-то не такой. Будем убивать сейчас арха. И еще прокастик. Ай-яй-яй, сейчас будет подхил. Да, ну я думаю, ему сейчас хватит этого. Да, печальный арх с 20 тысячами хп, я уже говорил об этом. Такие архи ничего не стоят. Ну, конечно, против разных пати они по-разному заезжают, но против такого, как Рама, абсолютно ничего не смогут сделать. А вот такие там архи, типа там под 30-35 тысяч хп, ох, они удивляют, и они реально задалбывают. Ну, лично меня. Очень напрягают. Так, сейчас попытаемся снести, если хватит. Ай-яй-яй. Не хватило. Подхил. И вторым. Нет, не хватило. Ну, крит Рама рулит, естественно, 60% крита. Так, поехали, бафчик. Давай, Меган, Меган, походи. Плохо. Лучше бы Меган походила. Три раскола, чудненько. Так, ну и убить, конечно же. Давай. И две сюда. А ну и одной хватит. Ну, в принципе, очень хороший расклад. По сути дела, идеальный. Отлично, сейчас доведем его до бешенства. И только никого не убей. Фух. А то уж эти проки Виолента. Так, ну и третий бой. Посмотрим, так как там. Так. Все Blossoms. Ладно. Интересно мне вот эта вот пати и через кого ее бить, я пока вообще не представляю. Да и первая пати, если честно. Наверное, я буду бить через какой-то огни пати, для того, чтобы, возможно, пережить прокаст Вальки. Возможно. Или взять Ванессу. Ванесса. Нет, здесь хотя бы лидерка есть, да и хп побольше. Хотя, сколько моей Ванессы там? 23 тысячи. И 900 брони. Неплохо. Здесь есть доты и стан. Нет, я выбираю первый. Так. А вот здесь чисто, ну, прокатит, не прокатит, походит ли Джуна. Как вариант, можно, конечно же, вместо пирата взять Меган, но не факт, что в сумме моя Меган будет быстрее, чем его Джуна. Следовательно, прокаст мой может покатиться в тартарары. Так как есть его вот второй, устраняет усиляющие эффекты, два монстра, которые снимают бафы. Даже не знаю, но это вот она, да, дябчик каким-то убивать. Не знаю, может вот так сыграем. В принципе, действительно, как вариант, это даст скорость, это даст шанс выиграть. Попробуем. Вы знаете, не часто я использую Бернарда, хотя, в принципе, лидерка его здесь нам поможет, но Меган, естественно, больше даст. То есть баф на атаку дает больше, чем просто вот это вот 30%. Баф-то 50% дает, но здесь скорость, а скорость нам нужна будет. Поэтому попытаемся так подействовать. Так. Ну, так удивительно. Надеюсь, конечно же, сейчас затупит наша Валька Петровна. Но да, отлично, она затупила. И ее же будем добивать. Так, на 12 тысяч плюс ударила. Угу. И я думаю, до этого хватит. До свидания. Нет. Фух. Толстая оказалась, как и моя. У моей Катьки сколько там? 18 тысяч хп. И это зачастую удивляет. Естественно, всяких там ДДшников типа Арнольдов, которые решили шотнуть. Но не всегда получается. Так, и кому-кому мы атак бар снимем. Давайте часунки. Прокатило. Так. Стан. Вообще, по заказу. Все по заказу трудящихся. Стан. Отлично. Видите, все. Просто... Баретка сегодня творит чудеса. Ну же. Пятнашку. Нет, 13. И дотики. И до свидания.
Да, Барретта сегодня не подвел. Так, ну. Баф. Отлично, пока все хорошо. Ну и... Хотя, нет, лучше так. Желательно убить. У нас, конечно, Посейдона, как ее там нам-нам-нам, что-то такое зовут. Ну и тычечку дать в пирата, а потом уже добивать эту Джуну. И... Почти. Ну, почти. Так. Ай, это плохо. Это тоже плохо. Тух ты, ёб, три раскола. Ну же, давай сюда, добивай его и одну тычку Джуну. Ты мой, ты просто... Ух, у меня аж второе пати увидели, меня немножко напрягло. Конкретно напрягло, скажу так. Так, 40, что-то мало процентов вообще я снес. Хотя вроде три таких победы. Ну ладно. Так, и сейчас мы купим плюшечку. Плюшечку мы купим на ковбоя, конечно же. О, самое главное, я-то забыл. Сейчас мы улучшим здание какое-то. Давно я этого не делал. Видите, очков чуть-чуть собралось. Чуть-чуть, самая малость. И думаю, я улучшим мы меч. 1275 было. Сколько сейчас? Прошу прощения. 1250. Ага, полтора косаря. И тоже плюс 2%. Это будет, получается, 6, 7. О, еще, конечно, очень много. Ну да, думаю, буду и дальше меч улучшать. 600, хотя у меня сейчас 600 очков. Нет, не буду тратить. Не буду. Так, ну и по-быстренько пробежимся по монстрикам. Лотерейку не буду мучить. Монстр, которых я юзал. Я юзал. Пирата вы видели? То есть, вот, говноруна, извиняюсь. По-быстренько пробегусь. Дальше, кого мы еще? Хлоя. Стандартная Хлоя. Барретта. Барретту да я не часто использую, но вот скорость, хп, он у меня одет чисто для башни, вы видите, если его доточить, сейчас у него 28 тысяч хп, а если доточить, то будет около 32, ну возможно даже 33-34 тысяч хп для Барретты, это очень много, уверяю вас, и в башне он у меня фактически никогда не умирает, он еще и скорости вы видите немало, точности, средний показатель, средний, так как сотня точностей на моей практике ему нафиг не нужно. Тессарион, да, скоро будет переодет в урон. Дальше Вердехайль, Виолент Энерджи. Рока мы не использовали. Бернард, такая вот у него скорость. Второй по скорости он у меня персонаж. Защита точно сюда. Конечно же, хотелось бы поставить ХП, но пока стоит защита. В принципе, тоже неплохо, 1400 защиты. Вот, Вальку мы вы мою видели неоднократно. Нищий Валька. О, Часунка. Часунка. Ну, любимчик мой. Рама, Арамагос. ХП. Вот. Ну и Эшер. ХП, крит урон. ХП. О, 37 тысяч ХП у него. Так, ну, вроде бы остальных я не юзал. Да, Карлита у меня пока раздет. Хотя навыки, видите, уже, в принципе, по чуть-чуть, но точены. Вот в идеале, конечно, вот этот навык доточить, а все остальное это фигня. Поэтому, в принципе, это и все на сегодня. Всем спасибо, всех еще раз с Новым годом, всем удачи вам, побед на ГВ, пока!